Здравствуйте, приветствую всех, кто смотрит мой канал. Сегодня получил посылку и хотел сделать краткий обзор. Это графический таблет Wacom Intuos. Сразу приношу извинения, если неправильно произношу. Так, начинаем распаковать. Такая вот коробочка удобная. Ручка для переноса. Что тут у нас? Это у нас просто для красоты или что-то тут стоит адрес. Открываем. Так, здесь сам графический таблет. Довольно тяжелый такой. 7 кнопок. На ощупь очень приятный такой пластик. Это вот рабочая зона, где можно рисовать и обрабатывать. Я его купил для обработки фото. Так, вот стоит название ПТХ-451К. Резиновые ножки. Стоит устойчиво, не двигается. Так, продолжаем смотреть дальше. Что-то находится у нас в коробке. Так, здесь декоративные кольца. Это сама ручка. Ручка довольно удобная. Это снимается. Здесь также есть кнопки. Понимаю, это правая и левая кнопка мыши. Это, скорее всего, работает как стерка, стирательная резинка. Так, продолжаем дальше. Что тут еще у нас есть? Так, коробочка, все так хорошо упаковано. Видать, сразу солидная фирма. Так, это книжечка. Книжечка, это стать, если вы хотите стать другом этой фирмы, Wacom. Там надо зарегистрироваться, вам будут приходить новые обновления, всякие сообщения. Убираем. Это у нас инструкция. Есть английский, немецкий. Русский, польский, итальянский, французский. Также здесь все описание, картинки. Все, в принципе. Так, я немного отвлекся. Это установочный диск для драйверов. У кого нету дисковода, можно скачать с официального сайта. Я уже себе скачал. Здесь стоит где-то адрес. Можно поискать, посмотреть. Но я нашел быстро, скачал, установил. Так, смотрим дальше. Вот она ручка. Так, это тоже можно снять. Ручка такая довольно удобная. Две кнопочки. Я так понимаю, это правая и левая кнопка мыши. Но это работает, скорее всего, кнопочка как стерка. Ручка чувствительна к нажатию и к наклону. Ну, будем испытывать еще, пока до этого не дошло. Ложим в стороночку. Что у нас еще есть? Так, это у нас батарейка. Это декоративные кольца. Декоративные кольца — это для ручки. Можно менять. Так, здесь откручивается. Вот здесь стоит черное кольцо. И это какое вам нравится, можно установить. Я пока менять ничего не буду. Ставим так, кольца, батарейка. Это для беспроводного соединения графического таблета с компьютером. Так.
Также здесь есть еще пенал. Ну, пенал с сюрпризом. То есть, во-первых, можно им пользоваться так ставить, можно так ложить. То есть очень удобный, такой увесистый, тяжелый. Но также здесь внутри разные перья и кольцо. При помощи этого кольца меняются перья. Меняется принцип такой, я еще не менял. Ну, смотрел тоже, как это делается. Нажимается, раз, и вытаскивается. Надо силу слегка применить. Перьев тут очень много. Будем испытывать, пробовать. Посмотрим. Сделаем экстра урок об этом. Урок или обзор. Так, та ручка. Что тут у нас еще есть? Так, ну здесь еще у нас USB кабель для подключения графического таблета к компьютеру. Ну, так думаю, что беспроводное есть. Будем пользоваться беспроводным. В всяком случае сравним с проводом и без провода. Ну, на этом все. Вроде бы ничего нету. Обзор окончен. Большое спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.